Черный, белый и молочный с орехами. Все это о шоколаде. Сегодня по всему миру отмечают день этого лакомства. Насколько любят в мире латвийский шоколад, выясняла Анастасия Дьяконова. Ежегодно 11 июля сладкоежки всего мира отмечают День шоколада. В этом году уже в 20-й раз. А в Риге еще и открылся музей шоколада. Мы в Латвии тратим более 1,5 миллиона килограммов какао-бобов, а на приготовление 1 килограмма шоколада используют 450 бобов, так что это довольно много. У ведущих латвийских производителей шоколада и шоколадных изделий в последний год дела идут в гору. Самая популярная продукция на экспорт – эксклюзивные коллекции. Рынки реализации самые разные, даже Южная Америка. Если у Лайма это Румыния, Азербайджан, Перу, Грузия, Болгария, тогда у Pure Chocolate это больше Сауд-Арабия, эти арабские страны или страны Азии, как, например, там Корея, Япония, Гонконг. Подобную разницу Хенрикс Данусевич объясняет разными вкусовыми интересами. Даже в Латвии интерес к этому сладкому или горькому лакомству менялся. У нас даже были такие данные, что когда были трудные времена, потребление шоколада намного выросло, чем в обыкновенные времена. Просто люди гасили свои негативные эмоции шоколадом. На полках латвийских магазинов можно найти литовский, российский, украинский, швейцарский шоколад. Но местный производитель у наших покупателей на первом месте. Анастасия Дьяконова, Петрис Баркевич, Айнис Купч, Латвийское телевидение.